Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В воскресенье в Самарской области облачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 11, плюс 14, ночью 9-10 градусов выше 0. Ветер северный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 15, ночью 9 выше 0, северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, температура воздуха днем плюс 14 градусов, ночью 10 с плюсом, ветер северный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 14, ночью 9 градусов выше 0, ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%, слабая геомагнитная буря. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.